Фитнес-центр «Допинг» – это более 1000 квадратных метров фитнеса и спа-пространства. Большие залы с эксклюзивным дизайном и многофункциональным спортивным оборудованием. Будет работать 24 часа в сутки на улице Родимцева, 13. К тому же, приобретая абонемент заранее, можно хорошо сэкономить. С 60% скидкой его можно было приобрести в офисе продаж. Ну как было не клюнуть на такое объявление? Оно пестрило все лето и начало осени в социальных сетях. Больше сотни людей вдохновились фотографиями новенького спортзала рядом с домом, и они стали его клиентами. Владимир Сукнин один из них. Вместе с друзьями купили абонемент на целый год стоимостью меньше 5000. Но 2 ноября, когда зал должен был открываться, всех ждало разочарование. Открыться данный центр должен был по адресу Родимцева, 13, 1 ноября этого года. По факту получается так, что центр до сих пор не открыт, оборудование оттуда было вывезено. Все полностью, то есть открытие, в принципе, и не состоится. Стоит отметить, допинг работал по этому же адресу много лет, и местные жители нет-нет, да и захаживали сюда позаниматься. Сейчас и постоянные, и давние клиенты попали в финансовую западню. Я ходила туда еще несколько лет назад, потом он закрывался, видимо, я не знаю, наверное, хозяева менялись там. Под тем же названием он через какое-то время снова открылся в том же месте. Я купила ребенку 15 лет, с 1 сентября он собирался заниматься, но так и не удалось. Стоит отметить, что сам документ о покупке абонемента люди проверили только сейчас, и он оказался сомнительный. В принципе, с нарушениями были составлены договоры, потому что подписывал договор, и печать стоит не его, а его супруги, ИП которой уже ликвидировано. Клиенты несуществующего клуба все же руки не сложили. Создали в социальных сетях свою группу «Антидопинг», чтобы не потеряться. За помощью обратились и к депутату Оренбургского городского совета Денису Батурину. Уже на первой встрече удалось поговорить и с руководителем так не открывшегося клуба. Александр Лещев сетует на непредвиденные обстоятельства, уверяет, что не виноват, и в один момент с ним расторгли договор аренды, поэтому ему пришлось покинуть здание. Выход же сейчас видит такой. Беру в аренду другой тренажерный зал, помещение. И люди, которые заключили договора, то есть они приходят туда и спокойненько по этим же договорам тренируются на протяжении года, также безлимитно, также все услуги там включены. Но после всего, с чем им пришлось столкнуться, мотивация у людей к занятиям угасла. И ходить в спортзал к Александру Лещеву уже никто не хочет. Желание одно – вернуть деньги. Однако понимают, с этим будут проблемы. Вот я вижу, что здесь одно лицо указано, здесь указано второе лицо. Я говорю, это ошибка была. Пожалуй, чтобы разрешить ситуацию, без помощи надзорных органов не обойтись. Денис Батурин уже подготовил документы в ОМВД, прокуратуру. Люди намерены идти до конца и в крайнем случае обращаться в суд. Прекрасно, граждане, я понимаю, что какое-либо доказательство мошенничества очень сложно, а поэтому сейчас после их обращения будем просить руководство УВД города Оренбурга, будем просить прокурора взять это на личный контроль. Практика предпродаж в фитнес-индустрии – дело привычное. Приобрести годовой абонемент действительно намного выгоднее, особенно если клуб только-только открывается. Но нужно понимать, что явная халява не всегда к добру. Здесь, в принципе, не складывается в голове экономика, да, то есть целый год клиент будет ходить на тренировки, целый год будут работать администраторы, фитнес-тренера, которым необходимо платить зарплату, да? Как бы, ну как вы сами думаете, можно ли, продав за 4-300, даже 200 абонементов, а я не думаю, что они продали больше, обеспечить такое огромное количество, скажем так, работающих людей достойными зарплатами. Екатерина Белебенко в фитнес-индустрии, так сказать, собаку съела. Точно знает, скидки, акции и дело хорошее. Они привлекают людей, однако руководители клубов должны соизмерять силы, чтобы потом не получить дурной славы. Спортсменам же советуют подыскать клуб с историей. Благо, таких в нашем городе достаточно. Я бы купила на предпродажах, скорее всего, у тех, кто, возможно, открывает не первый клуб, кто, возможно, открывается по франшизе в вашем городе, да, и есть реальные примеры нормальной, постоянной работы других клубов в других городах. И, конечно же, покупая абонемент, лучше бы посмотреть на процесс ремонта. Соответственно, двух девочек с компьютером можно было посадить в самом клубе для того, чтобы клиенты заходили и смотрели хотя бы, за что они платят деньги. Ну, наверное, вот, ребят, так, это, наверное, три основные аспекта, которые, ну, хоть как-то смогут вас защитить вот от таких вещей. Ольга Григорьева, Дмитрий Григорьев, «Наше время».